Марш! Поехали! И еще раз. Почти.
почти. И еще раз. Начинаем все сначала. Уже почти. И еще раз. Марш!
поймаю. Поднимаемся. Готов к приключениям? Виолет, когда в последний раз были новости от АОК? Сочувствую. Я знаю, каково это терять близких. Я продолжу искать его аудиозаписи. Может, они помогут нам узнать, что замышляет обсидиановый культ и как его остановить? Путь, Виолет. Ладно, Виолет, пошли. Thank you.
Посмотрим. Раздельный выстрел, то, что надо. Let's go.
Виолет. Нужны два энергоядра.
ядро, но нужно еще второе. Переключатели друг с другом связаны. Помнишь, я сообщал тебе, что культ ведет раскопки в море страждущих? Оказалось, они не строят ничего под поверхностью. Они сооружают фундамент для того, что будет на поверхности, для оружия невероятного размера, создать которое поручают мне. Сначала я не понял, зачем им такое огромное оружие, настолько мощное, что оно может поражать цели на орбите дальнего Эдема. «Там же ничего нет!» – возразил я. Вы уже уничтожили все корабли людей! Какой смысл в гигантском оружии, если не во что стрелять? И тогда-то, Виолет, они мне рассказали. Рассказали о том, о чем никто из нас в армии Цезара и мечтать не мог. Виктор потерпел неудачу. Он не смог уничтожить все корабли. Один корабль остался. И в нем спит... будущее дальнего Эдема. Thank you.
Шазам, откройся. Тут у нас? Ядра. Thank you.
бойся меня! Я Аок! И ты спасла меня! Ты Аок? Друг Виолет со времен революции? Знаменитый изобретатель деталей для ядроботов? Он самый! С конца той ужасной войны я был в плену у культа. Мне приходилось исполнять его волю. Но теперь надо остановить культ! Пока не погиб ваш последний корабль! Thank you.
нашла АОК. Члены культа, они забрали его. Но ты послушай, АОК сказал, что на орбите есть еще один корабль колонистов, а обсидиановый глаз, что если это какое-то оружие? Тогда надо проникнуть в глаз и не дать культу выстрелить по кораблю. Надеюсь, хороший. Пора в путь, Виолет.
Эй, Виолет! Ты что, Виолет? Thank you.